кошка постоянно мозги выносит, это, которая здесь, которая мама той хозяйки, постоянно меня попрекает. Нормально не может. Я сегодня ни с кем не общался. Один лежал просто. Дремал. Дремал там. Ну как, не спал. Ну, просто. Потому что нужно силы накопить. Завтра и послезавтра рабочие дни тяжелые в Альбрисе. Я думал, там, что можно к челу в Калугу поехать и у него пожить, там работать в Альбрисе в том же. Но он немного поменял там. Ну, разочаровался, видимо, во мне немного. Ну, я ничего не имею против. Нету ни дня, чтобы эта бабушка меня не доканывала. Просто необоснованно, ни за что попрекает меня. Все ей не нравится. Съезжать отсюда. Не должно быть такого отношения к человеку, который деньги приносит, работает честно. Приносит деньги. За комнату жалкую. Такие большие деньги за МКАДом. Сейчас принял на ночь галоперидол, который мне дал. Одну таблетку, там мало содержится. Должен помочь уснуть, который мне дал этот мужик. Он его принимает. Не знаю, никогда не принимал галоперидол. А там такая маленькая таблеточка. Белая. Стоит там всего копейки, кстати. Если будет спать помогать, то я лучше на нее перейду, чем на этот, чем буду на этом хлорпротиксене, который 50 миллиграмм, большая таблетка, стоит дофига. И не очень-то от него спишь хорошо. Недостаточно. Дает сон. Хоть это самая большая дозировка, 50 миллиграмм. У меня проблемы со сном. На мне работать двое суток подряд в охренительном стрессе. Да, я бы хотел переехать в Калугу к этому челу.